На большей части Казахстана сегодня ожидаются снег, метель и усиление ветра. Только на юге страны прогнозируется погода без осадков. По данным комитета по ЧС, закрыты трассы из города Нур-Султан в Акмолинской, Алматинской, Павлодарской и Карагандинской областях. Самая сложная обстановка на участках дорог близ Нур-Султана и Караганды. Накануне больше полусотни автомобилей столкнулись в трех массовых ДТП недалеко от столицы. Первая авария произошла на 36-м километре трассы Щучинск-Нур-Султан. Там врезались два десятка машин. Всего в километре от этого места, но уже в обратном направлении, столкнулись 16 авто. Ранены 5 человек. Третье дорожно-транспортное происшествие произошло уже на территории Карагандинской области, недалеко от поселка Шукай, с участием 15 транспортных средств. Причина аварии – нулевая видимость. Просим вас соблюдать наши рекомендации и не выезжать за пределы населенных пунктов. В случае, если вам необходима экстренная помощь, просим обращаться по телефону 112.